пришла ко мне вот такая вот рыбка. Рыба-клоун Немо. Рыбка электрическая. Она сама плавает, ныряет. Вот сзади на упаковке вот такая вот инструкция небольшая. Как запускать, как менять батарейки. Здесь по метках написано, что бонусом идут две запасные батарейки. Вот отделение для них. У меня батареек запасных в наборе почему-то не оказалось. Хотя в отзывах все пишут, что у них есть. Давайте откроем ее и попробуем запустить. Рыбка маленькая, вот она, видите. Сразу запустилась, потому что я нечаянно зажал вот эти вот два контакта. Вот и вот. Вот. Так она должна от воды реагировать, но руки у меня сейчас немножко влажные. Поэтому она включилась. Давайте ее пустим в бассейн, пусть поплавает. Рыбка ведет себя очень интересно. Дети теперь будут купаться в бассейне вместе с рыбкой. Рыбка ныряет, всплывает, опять плавает, опять ныряет. Прикольная такая игрушка. Обошлась на меня чуть более 100 рублей. Все, заказывайте, я больше уверен, вам и вашим детям она тоже понравится.